друзьяшки, вот рыбка. Отсюда съебываться надо. Нет, еще рано. Еще, Руся, рано. Еще пока рано, пока что. Но... Короче, друзья, сегодня у меня фаталити уже около 10 штук, чтобы по 2 сразу вытаскивать. Вообще вот такая вот рыбалочка. Ну только фигово, мелковатый чебачок. Но ничего страшного, друзья. Зачетненько, по количеству идем. Руська тоже уже все, перестала огорчаться. Вот только баламутит, блядь, пораньше домой. Я говорю, какой пораньше домой, блядь? Правильно? Нет, неправильно. Ну. Удочку, кстати, сломал. Вот столько отломал. Кончик носика отломал. Этот. Кракен? Нет, ебаный, таймень. Я-то знаю их, как они клюют. Я-то... Точно таймень? Конечно. Так а почему я чебака тогда вытащил? Или он на чебака хватал? Нет, он чебака хотел захавать. О, еще фаталити, друзья. Он чебака хотел схватить этого, а ты не отдал, короче. Ну, ясно. Фаталити за фаталити у меня. У меня уже сегодня два раза, чтобы было так, чтобы два раза по 2 вытаскивал подряд. Ну заднее ведро точно можно в легкую натаскать, ага? Ты прикалываешься? Какое ведро, блядь? Намного больше. Ведро. Скромно ты что-то. Нет, ну я тебе говорю, смело говорю, натаскать. Даже неопытному рыбаку. Ведро, говорит. Шутник-то, однако. Ведро, говорит. Больше. Так, надо камеру убить. Память.